Пьесу известного французского драматурга Мольера в Мозырском драмтеатре ставят впервые. Комедия «Жорж Данден» или «Одураченный муж» – самая беспощадная из произведений классика. Поэтому, как признается режиссер Роман Циркин, процесс создания спектакля был трудным, но приятным. Мы сделали такой спектакль «Фарс», так определили жанр. И я думаю, что это будет такой праздник для зрителей. Помимо того, что в пьесе много очень комичных моментов, но она еще такая несет в себе смысл более глубокий, чем может показаться на первый взгляд. Сюжет комедии разворачивается вокруг неразумных желаний простака Дандена, исполнение которых приносит ему массу неприятностей. Главному герою пришлось столкнуться со всеми тяготами неравного брака. Он сумел воплотить свою трогательную детскую мечту – непременно жениться на дворянке, воплощение достоинства, красоты, гордости и ума. На счастье или на беду мечты иногда сбываются. Дандену остается гордо носить сомнительное звание рогоносца. Для нашей труппы сейчас особенно очень важно соприкасаться с классикой. Это и другой способ существования на сцене, другая драматургия. Если мы она не бытовая, и поэтому для актерского мастерства это очень полезная вещь. Над беспроигрышным сюжетом культового французского комедиографа, написанным более 340 лет назад, до сих пор смеются во многих странах. К мировому театральному сообществу смогут присоединиться и мазыряне. Премьерный занавес будет поднят вечером 27 марта в городском дворце культуры. Екатерина Юрченко, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».